Короче, журналюга, записывай. У нас новая стратегия. Пока мои конкуренты борются за голоса избирателей, мы будем бороться с самими конкурентами. О, Андрюха, племяха мой уже здесь. Прикинь, человек до 28 лет дожил, и это единственное его достижение. Ну, рассказывай. Ага. Значит, по вашему указанию, я поставил прослушку в кабинеты кандидатов на выборы. Молодец, ты прям как Штирлиц. Если б Штирлиц был тупой. Короче, компромат какой-нибудь налил? Да, да, вот. Давай. Опа, ты прикинь, вот это компроматище, вот это кто-то попал. Это ж надо в свой кабинет каких-то проституток водить. И чё это всё? Я человек занятой, у меня на тебя больше 2 минут нет. Иди отсюда. Слышь, баран, ты нахрена в мой-то кабинет прослушку поставил? Хоть бы видео тогда ушнёл. Не, ну вы посмотрите, а! Добролюбов эта скотина всю республику своими баннерами засрал. Конечно, всем помогает, все его любят, все за него голосуют. Я б тоже всем помогал, просто меня бесят все. Короче, убрать его надо. Ну, в смысле, из предвыборной гонки. Яков Григорьевич, а вы не боитесь, что вот сейчас начнете гадости про конкурентов распространять, а они за это в ответ ударят? Журналюга, я маленький, картавый и толстый. Сильнее, чем природа, они по мне не ударят. Алло, детский мир, у вас рубашки белые есть под пиджак? Какой размер? Не, это мне большие будут. Короче, журналюга, у меня есть план, как избавиться от Добролюбова. В общем, у него есть дочь, ты ее соблазняешь. Все, позор, скандал. Дочь кандидата в главу республики залетела от бомжа. Яков Григорьевич, а так-то ни разу не бомж. У меня и работа есть, и квартира. Не ссы, журналюга, этот вопрос решаемый. Короче, журналюга, проблема у нас в том, что у нас нет молодежных центров. Молодежь из-за этого тупеет. Начинают пить, курить, дружко-шоу смотреть. А словарный запас у них это, как сказать, сгулькин хуй, короче. А самое страшное, что они вырастут и начнут за Добролюбова голосовать. Ну или вот такой вариант. Короче, пишешь статью, мол, Добролюбов зоофил. Сделаем фотку, мол, Добролюбов с кошкой, по собачьи. Яков Григорьевич, я такую заказуху писать не буду. Журналюга, эта статья по-любому выйдет. Вопрос только в том, кто зоофил. Добролюбов или ты? Слышь, Костыль, журналюгу знаешь? Ага, толковый парень. А Андрюху, племянника моего, знаешь? Ну, он племянник ваш. Короче, до хрена они видели и слышали. Кончать их надо. Чё, черти, обоссались? Думали, я не знал, что вы прослушку до сих пор не убрали. Ну чё, Андрюха, какие у меня там рейтинги? 6% дядя Яков Григорьевич. Ну чё, для начала неплохо, а у Добролюбова? 86%. Да еб твою мать! Ну конечно, давайте сейчас не за меня голосовать, а за Добролюбова. Он же на взятках не попадался. Я вот хоть ворую, так по чуть-чуть ворую. А этот не ворует, не ворует. Хуяк, как спи***т всю страну сразу. Я 8 лет в депутатах, за это время ни хрена не сделал. Но с другой стороны, я не испортил ничего. А этот сейчас придет, как нахуй пертит вам тут. Короче, Добролюбов мне выбора не оставил. На, журналюга, изучай. Мое последнее оружие. Яков Григорьевич, я в этом отказываюсь участвовать. А у тебя, журналюга, выбора нет. Ты уже повязан. Если Добролюбов победит, я ему скажу, что это ты его зоофилом называл. Уважаемые избиратели, нажмите вот здесь, чтобы подписаться на канал. А еще поставьте мне лайку. Лайк. Лайк? Это что, кабель что ли? Ладно, еще внизу вот там у меня есть колокольчик, на него тоже нажмите. Иначе я на ваши колокольчики нажму.